Евдокии завали, война началась 15 лет. Но что могли сказать в военкомате девушке-подростку? Естественно, отправили домой со словами: «Детей на фронт не берем». Пришлось пойти сначала хотя бы санитаркой. Но вот в санчасть прибыл капитан набирать солдат на передовую. Глядя в документы девушки, он прочитал: «Старший сержант Евдок». Это Евдоким, значит? Так точно. Завали Евдоким Николаевич. Пойдешь на передовую, в десантный отряд. Так точно, товарищ капитан. Целых 8 месяцев сослуживцы не знали, что с ними вместе воюет девушка. Что делать? Заканчиваются боеприпасы. Я могу переплыть реку и добыть боеприпасы, а заодно и продукты. Выполняйте, старший сержант. Завали Евдоким. Бойцы нашли веревку, привязали ее за дерево, а другой конец взяла Евдоким. Переплыв реку, нашла боеприпасы и положила их на крышку ящика от снарядов. Дала сигнал бойцам, и те стали тянуть веревку. Боеприпасы переправлены, но девушка осталась одна. Одна на территории, занятой немцами. И вот показалась колонна вражеских грузовиков. Солдаты с противоположного берега поддержали ее стрельбой. В одной из подбитых машин оказались продукты. Сложив их быстро на маленький плот, она поплыла. Немцы не сразу заметили плывущего бойца, но, увидев его, открыли огонь. Только девушка уже добралась до своего берега. То, что это была девушка, ее боевые товарищи узнали позже. И Евдокия очень боялась, что ее направят в санитарки. Однако, учитывая ее боевые заслуги, девушку оставили на фронте. Она стала командиром десантников. Ее страшно боялись немцы и стали называть «Фрау Черная Смерть». Гвардии полковник Евдокия Николаевна Завали, кавалер 4 боевых орденов и почти 40 медалей.